из Санкт-Петербурга. Исаак Сирин пишет: «Смущение – колесница дьявола». Что это означает? Имеет ли это какое-то отношение к стеснительности человека? Имеет. Древние говорили, что всякое смущение от дьявола. Потому что когда душа смущена, она находится в такой некой панике. И здесь очень удобно дьяволу и неверное решение вложить в сердце и в ум человека, и так далее. И вообще как-то смутить, и чтобы человек подвергал сомнению Бога откровенной истины, и так далее. Вот любое смущение оно дьявола. Вот, кстати, вот юноша спрашивал там по поводу вот времени, его был вопрос. Вот это типичное смущение. Вот он волнуется, а волнуется попусту. Этот вопрос вообще не касается его спасения. Вот. Дьявол замутил такую вещь, и он уже думает не о спасении, а о времени, как Бог живет вне времени. Господи, что мы там, мелкие, так сказать, муравьи, будем рассуждать о Творце Вселенной. Вот. И стеснение. Стеснение, оно тоже от гордости. А чего человек стесняется? Он боится плохо выглядеть. Что скажут, что не так. Он боится, что он что-то как-то себя проявит, люди осудят. Сразу. Посмеются. Вообще. Да, нет, даже не так посмотрят. Уже для него проблема. Причем для него главная проблема не каков он перед Богом, а каков он перед людьми. Это же гордость. Эта гордость может уже в двухлетнем ребенке проявляться. Сколько угодно.